В интернет сегодня попали шокирующие фотографии знаменитого в Нарьян-Маре бурого медведя. На снимках отчетливо видно, косолапый в неподвижном состоянии лежит в луже собственной крови. Вопиющие случаи горожане сразу же начали обсуждать в социальных сетях. Кто-то предположил, что хозяина тундры застрелили. Однако в заповеднике Ненецкий, где живет любимец нарьян-марцев, пояснили, накануне посетители косолапого накормили сгущенным молоком. Сладкое лакомство мишке дали в закрытый жестяных банках. Он начал их вскрывать и порезался. Губы, язык, поэтому как бы вот кровь. Ну, люди, понятно, хотят посмотреть, что медведь там открывает металлические банки там с ударом лапы. Им интересно, видимо, это посмотреть. А лучше в пакет, допустим, перелить ту же сгущенку и бросить ему. Вот в прошлом году медведя просто сгущенкой перекормили в пакетах. Ну, у него расстройство желудка там было где-то в течение там 3 дней. Он не очень себя тоже хорошо чувствовал. Сразу после инцидента бурому медведю была оказана медицинская помощь. По словам работников заповедника, от порезов животное практически оправилось. Но раны будут заживать еще как минимум несколько дней. Специалисты намерены просмотреть съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности тех, кто бросил в клетку закрытые жестяные банки. Добавлю, на территории заповедника действует правило посещения косолапого. Инструкция размещена рядом с клеткой.